В 25-й школе города Альметьевска прошло посвящение детей в Орлята России. Данный проект разработан российским движением школьников специально для начальных классов. Участники не только дети, но и педагоги, и родители. «Орлята России» – это всероссийский масштабный проект для начальной школы по воспитанию активных граждан нашей страны. Проект помогает детям примерить на себя разные социальные роли, учит сплочению и поднимает среди юного населения патриотический дух. Программа рассчитана на внеурочное развитие. Все дети начальной школы будут награждены атрибутикой от «Орлят России», которые себя включают рюкзаки, значок и удостоверение, то, что он действительно вступил в ряды «Орлята России». Для детей это очень важный момент. Они все сейчас сплотятся, будут большой одной дружной орлятской семьей, в которой они должны будут любить друг друга, уважать, во всем друг другу помогать, быть одной большой дружной семьей. Событие не оставило равнодушными и самих новоиспеченных орлят. Детям вручили удостоверения, нагрудные значки и рюкзаки. Для них очень важно стать частью чего-то масштабного и значимого. Ребята поделились с нами своими эмоциями о сегодняшнем дне. У нас сегодня было, нам давали медали, мешок и удостоверения. Мы занимаемся спортом, творчеством и мастерством. Мы заботимся об экологии и стараемся стать лидерами. Первый орлят России. Педагоги и организаторы уверены в успехе проекта. Я надеюсь, что участие в этом проекте сплотит детей не только каждого класса, но и всей школы. Я надеюсь, что после него дети начнут больше помогать друг другу, заниматься волонтерством, добровольческим каким-то движениями. Они начнут ценить больше нашу родину, больше изучать нашу историю и экологию. Такое мероприятие проходит здесь впервые. 10 ноября стал днем посвящения детей в Орлята России. Всего участие примут 60 школ города и района. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.